Мульттерапия как способ борьбы с вредными привычками. Сюжет прост. Медведь нашел в лесу трубку, курил. Курил, в итоге умер. Мораль проста. Что такое привычка с дымком, подростки знают не понаслышке. Каждый второй к 16 годам успел сделать первую затяжку. Кашель, когда первая сигарета была. Короче, просто кашель, было плохо мне. Стало плохо. Когда выпил, тоже стало плохо. Еще будете курить, пить? Нет, больше не буду. Я за здоровый образ жизни, за спорт. Спорт – это, не кредо, но это очень важная часть жизни каждого человека, потому что благодаря спорту мы более здоровые. Дыхание – это то есть пробежать больше, сделать больше, помочь людям. А если будем пить и курить, то… Вожатые рассказывают, сигареты отдыхающих не ловят, что не подросток, волонтер с крепкой силой воли и твердыми убеждениями. Волонтеры – это люди, которые в первую очередь выступают за здоровый образ жизни. Поэтому с этими детьми таких проблем нет. Это как раз, это волонтерская смена, как раз наоборот, те дети, которые учат других, чтобы не было у них этих привычек, этих зависимостей, чтобы никого не приходилось ловить. Эти дети скорее исключение из правил. Подростков без вредных привычек почти не осталось. Как правило, подростков уже тянет ко всему новому, неизвестному. И вот первый опыт вообще употребления наркотических веществ, к сожалению, приходится примерно где-то на возраст 8-9 лет. А курить дети начинают даже еще раньше, то есть уже даже в начальной школе. Поэтому, конечно же, данная проблема в нашем городе стоит очень остро, и детей необходимо информировать о том, к чему это все может привести. Специалисты в этом году обещали наведаться в каждый летний лагерь для профилактики. Мария Ваткина, Алексей Золотенков, ГИС, События.